Ну что, Оскар наш? Как? Во-первых, его еще не вручали, а во-вторых, российских фильмов же в этом году нет среди номинантов. Увы, фильмов действительно нет, но зато у России есть другой Оскар – цирковой. Так называют международный фестиваль цирка в Монте-Карло, с которого наши артисты привезли на днях главный приз – золотого клоуна. Вручили королевскому цирку Гея Радзе. Еще несколько цирковых коллективов из России получили серебро и бронзу. Успех российского цирка, а также последние громкие новости в этой области мы обсудим с нашим гостем. К нам в студии присоединяется, собственно, триумфатор фестиваля в Монте-Карло, худрук продюсерского центра королевского цирка Гея Эрадзе. Вот этот легендарный золотой клоун, с которым я теперь уже не расстаюсь. Да, добрый вечер, поздравляю вас. Спасибо, что захватили. Да, я теперь не расстаюсь без этого клоуна. На самом деле это было большое событие, потому что это один из самых престижных фестивалей для артиста цирка, фестиваль в Монако, в Монте-Карло. Этому фестивалю 43 года. Мы были на 43-м фестивале, и впервые российская государственная цирковая компания «Росгосцирк» 60 артистов было с компанией «Росгосцирк». Это самая большая наша делегация на этом фестивале, которая правильно? Приехала за 43 года, впервые. Нет, такое. Можно да, конечно, поддержать? Я вам, знаете, как обычно про «Оскар» спрашивают? Тяжеленький. Так, это первый наш золотой клоун у российских коллективов? Нет, Володя, обойдешься. Нет, спасибо большое. Очень много лет получали, естественно, российские артисты золотых клоунов. 13 лет назад последний раз компания «Росгосцирк» получала золотого клоуна. Это были акробаты на подкидных досках Пузановы. И вот мы получили как коллектив, целиком как коллектив, это впервые за 43 года. Обычно получают только отдельные номера. А тут единогласным решением членов жюри и принцессы Монако мы получили как коллектив «Королевский цирк». Ну, в этом году, извините, в России, со стороны России было 7 номеров. Один номер был большого московского цирка, бронзового клоуна. Получили ребята прекрасные акробаты, вольтежеры, артисты Прилеперны большого московского цирка. Воздушный полет Алиевы, московский цирк Никулина, получили серебряного клоуна. Акробаты на встречных качелях Михаила Филинова получили тоже серебряного клоуна. И королевский цирк Гея Радзе под моим руководством получил золотого клоуна. То есть весь пьедестал был русских артистов. Это говорит еще раз о том, что наш цирк в стране и в мире один из самых лучших. И, наверное, самый лучший. Мы не сомневались в этом особенно-то? Если бы не всякие истории там с цирком Дюсалей, например, какие-то. Ну, к этому мы еще вернемся. Не беги, пожалуйста, вперед паровоза. Уникальность какая-то есть у российского цирка, у современного российского цирка, на ваш взгляд? Вы знаете, уникальность заключается в том, что даже если отмотать 30 лет назад, когда я пришел, несмотря на мой возраст, в цирк, я пришел в цирк в 11 лет, я пришел еще в советский цирк, а советский цирк – это был самый сильный цирк. У нас есть профессиональная цирковая школа. Наших артистов можно отличить по мастерству актера, по исполнению подачи трюков, то есть по всему. То есть есть школа настоящего советского цирка, та, которой нет у многих артистов. И она сохранилась до сих пор? И она сохранилась, безусловно. Просто подача номеров сегодня уже, я как режиссер, кстати, мне сегодня было официально предложено со стороны руководства «Росгосцирка» возглавить и стать главным режиссером государственной компании «Росгосцирк». Я, безусловно, согласился на такое. Так вас с назначением, я так понимаю. Я с понедельника выйду на работу. В эфире РБК эта новость впервые звучит. Я с понедельника выйду на работу уже официально. Но, вы знаете, я хочу сказать, что именно по подаче номеров сегодня, безусловно, мы сохранили традиции настоящего советского русского цирка, но подача номеров уже как режиссера мы подаем уже в сегодняшнем дне. То есть это и музыкальная часть, это и костюмы, это и драматургия номеров, это вообще стилистика номеров сегодняшнего дня. То есть наш цирк дня абсолютно современен. Абсолютно. И конкурентен. Абсолютно он шагает ногу со временем, и он абсолютно ничем не уступает любым мировым коллективам и цирковым программам. Ну, вы помните этот спор между Запашным, господами Запашным и Гуцериевым, да, вот о чем Володя как раз начал говорить.
чья позиция в этом споре вам ближе? Те, кто считает, кто требует ограничений для зарубежных цирков и преференций дополнительных для российских, или те, кто считает, что пусть растут все цветы, и конкуренция должна быть свободной на этом рынке? Очень не люблю говорить о политике, как творческая личность. А это люблю политика. Говорить о творчестве, я лично о себе сейчас имею в виду. Но вы знаете, я прекрасно понимаю Эдгара Вальтеровича Запашного, директора Большого Московского государственного цирка. Позиция того, что цирк Дю Солей, не приезжая в Россию, такого не прозвучало. Пожалуйста, безусловно, русский зритель и российский зритель должен видеть цирк Дю Солей, не только цирк Дю Солей, а любой цирк мира. Почему нет? Мы же тоже ездим на гастроли по всему миру. И пусть они приезжают. Речь идет о том, чтобы они не обосновались здесь, в России, не открывали свои школы и не открывали... то есть, чтобы они здесь не базировались. Мы же не базируемся в Европе. Да? Мы приезжаем на гастроли. Мы приехали, отработали, получили Оскара циркового и вернулись домой. Пожалуйста, пусть они приезжают, мы им похлопаем и добро пожаловать домой. А есть востребованность наших цирков, вашей труппы, за рубежом? Очень много. Вашу труппу зовут на зарубежные гастроли? Вы знаете, у нас контракты на несколько лет вперед. Мы только что вернулись с контракта, мы были в Германии, в Штутгарте, откуда мы и переехали в Монако, в Монте-Карло. Мы сейчас приехали в Москву. Сейчас мы 20 февраля, кстати, всех, пользуясь случаем, приглашаю в Московский цирк Никулина, в легендарный старый цирк, с 20 февраля гастроли Королевского цирка Гейрадзе, большого коллектива государственной компании «Росгосцирк» в Москве, а остальные наши коллективы направляются на гастроли и в Европу в том числе, и гастролируют по всей России. То есть поводов опасаться, что у нас зарубежные цирки задавят на корню? Нет, у нас все двери открыты, и мы открыты для всех. Мы готовы сотрудничать, но, наверное, нужно приехать, показать свое искусство и уехать домой. Возможен ли вообще цирк, на ваш взгляд, вы как продюсер, как худрук, без госфинансирования, без бюджетных денег? Думаю, нет. Не думаю, а уверен. Нет, потому что спокон веков был союз госцирк. Еще когда я пришел в цирк, когда был еще Советский Союз, было финансирование, был бюджет. Отдельно деньги были на творчество, отдельно на прочее. Но в данной ситуации, вы знаете, государственная компания «Росгосцирк» — это огромная организация, имеющая колоссальное количество цирков, зданий, передвижных зооцирков, МХПК, это художественно-производственный комбинат, который изготавливает реквизит, Центр цирковое искусство в Москве, гостиница и так далее. И так далее. Очень много гостиниц по территории России, которые прикреплены к филиалам цирков, которые находятся на наших, в других городах России, как бы, да, это огромная организация, более 1000 артистов в штате. Я думаю, что без государственного финансирования, я уверен в этом, мы просто не выживем, безусловно. И спасибо большое Министерству культуры России, безусловно, мы услышаны, особенно сейчас, в последнее время, активно принимает участие Министерство культуры в поддержке российской компании и вообще цирков в целом. Это низкий поклон лично Мединскому, министру культуры Владимиру Сергеевичу, за то, что он один из первых министров, который обратил внимание на цирк. И большое спасибо. Очень много цирков построено, новых цирков отремонтировано, ремонтируется сейчас. Очень много всего создается и, надеюсь, будет создаваться. Вот вы мне дальше дали поддержать «Золотого клоуна». Я возвращаюсь к этой теме. На самом деле, вот мне, как дилетанту, не совсем понятно, за что непосредственно он вручается. Там в спорте, понятно, баллы, там фигурное катание. Здесь тоже представление. Вы говорите, что это впервые. Почему, как вы считаете, отметили именно вас в этом году и почему не делали этого несколько лет назад? Вы знаете, я как член многих фестивалях, мировых цирковых фестивалей по всему миру, вообще номера оцениваются на фестивале следующим образом. Есть также по баллам все оценивается, есть 10-бальная в основном оценка. Это актерское мастерство и режиссерская подача, как бы творческая часть, и есть трековая часть. Вот эти два балла плюсуются, выводится общая оценка, несколько членов жюри, и также происходит в Монако, но последнее слово в Монте-Карло, безусловно, остается за сегодня уже основатель, это был принц, король Ренье, который основал этот фестиваль в Монако, а сейчас возглавляет этот фестиваль дочка его, ее высочество, принцесса Монако Стефания, которая все-таки в конце
безусловно, по очкам победителей, по жюри, она дает свою оценку и имеет право... Ну, то есть система прозрачная, но с долей субъективности. Субъективности принцессы Стефании. Ге, спасибо вам огромное. Еще раз поздравляю вас с золотым клоуном и с назначением на должность главного режиссера Росгосцирка с понедельника. Я предлагаю нам встретиться еще раз и поговорить уже о Росгосцирке, обо всей системе, помню, когда вы будете в новой должности. Спасибо. И о творчестве. Ге Эрадзе, худрук продюсерского центра «Королевский цирк» Ге Эрадзе и новый главный режиссер Росгосцирка в программе «Что это значит РБК». Спасибо.